Все ж, ребят, перед началом хочу попросить вас подписаться на мой канал. Моя цель до лета набить 50 тысяч подписчиков. Ребят, я надеюсь, вы мне в этом поможете и подпишитесь на канал. Заранее, ребят, всем огромное спасибо. И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Рашер, и добро пожаловать на новую серию рубрики «Дети-воры», которую я снял вместе с... Буль-буль-карасики, это я, подводный ронь. Подпишись, поставь лайк. Ну как бы да, ребят, всем приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает. Ой. Так, ладно. А, мы же в старой базе, точно. Так, а где Рони? Ронечка? А Ронечки нету. Ну ладно. О. Вот почему ты за моим компом сидишь, Юля? Ну-ка, не трогай его. Все, не трогай его. А. Ладно. 6. Ой, ты где? 7, Ронечка, я тебя слышу, 8. Где-то, но тебя не вижу. Ты где? А кто там кричит? А ты где? А я внизу, ты где? А, ты внизу? Блин, я-то на улицу побежал. Привет. Ну-ка, что там у тебя? А это... Я кнопочки считал там. Кнопочки? А, у нас же тут все кнопочки, я вообще про них забыл, ну ладно. Это что такое? И смотри, кое-что. О, новенькое. Здорово. А ты каким... О. А ты как здесь оказался-то? Что это за дверь вообще? Юля, фига ты сильная на самом деле, посмотри просто. Смотри, какое. Нормально. Ну ладно. А что это такое? Что-то как-то ты ни хрена не сделал. Ну фигня какая-то, я думал, что-то будет прям. Он просто это, а скамил. А, ну-ка, это что? О. А, это я, его проход просил сделать. Фига. Ой. Наски, вот это? Фига. Ну, что-то тут особо... Ну... Это, как я понимаю, еще не доделано, да? Или что? А, ну да, я понял. А что у нас вообще здесь? Дай-ка я посмотрю. Ты посмотри, без туннель в никуда. Ну ладно. Иди сюда. Ну-ка, а это вроде должен быть про... Это вроде бы проход должен быть в нашу вторую базу. А, ну, да? В основную. Блин, это прикольно. Да. Э, Юля, ты офигела? Ну стой, 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 да я подсяду, поехали. Погнали. Ох, вы твари. Юля, погнали. Фига туннель длинный на самом деле. О, там дверь, фига там дверь прикольная. А это точно туннель? Просто тут как-то... Тут стена. И что? Тут стена просто. У меня лом где-то был, стоп, 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 стоп. Я сейчас все сам сломаю. А у меня ломок. О, Юля, красава. А, серьезно, это реально в туннель в нашу старую базу? Точнее, в новую? Ну, прикольно. Того. Но я просил сделать, он за сутки сделал. Ну-ка, прикинь. Ну-ка. Ну, за ночь. Блин, фига, за сутки столько прокопать? Да он гений. Ой. Что за дверь? Сейчас, спасибо тебе, брат. Спасибо, брат. Вот ну-ка. Я тебе даже... А ты ему заплатил за это? Доску скинуть я целую. Чё там по оплате-то, я как понимаешь, тебе не заплатил этот, вот это вот. Руй, ладно. Ну, не знаю. Так, я сейчас... Так, давай я тебе заплачу. Золотом возьмешь? Золотом. Золотом выгодно, кстати, поэтому бери пока. В смысле нет? Ладно, подожди, сейчас. Сейчас найдем тогда. А. Не возьмешь, так иди нафиг, короче. Нет у меня больше ничего. Совсем борзел, золотом не хочет брать. Давайте золотом дам. Предлагают до хрена золото. У меня просто вообще налички нет. Ладно, давай. Карты, короче, за это, на, вот все, вот как раз нормально. Ничего, то блин. Да пофиг, у меня слишком, у меня еще стак золота, понимаешь, стак золота. Я шейх. Все, он теперь не может не работать до конца жизни. Nice. Я ему поддельное дал, несы. Он не спалит просто, я думаю. Все, уходим. А. Это что? Ты что? Это мой фонарик. А лифт-то работает? Ой. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Ладно, страшненько. Короче, погнали, может, тогда дома сгоняем хоть, похаваем? Ой. Я криво нажал на эту, ладно. Мы Юлю, конечно, забыли. Ну, пофиг на нее, ладно, сама дойдет. Погнали домой сейчас. А, кстати, кого сейчас играем-то? Флаг Украины. Чего флаг? Флаг Украины. Ну-ка. А куда он делся? Сейчас. Ты что сделал? Испарился? Испарился куда? Да, флаг Украины испарился, а какой-то второй появился русский, да? Как ты это сделал? Верни флаг, верни. Нет, флаг его сломал. Ты серьезно? Ты сломал? О, ну да, случайно. Я попить шел там и... Это что такое? А... Чего? Вопросик один. Откуда? Клиент. Клиент? Ну, ладно. Хакер вроде нет. Ладно, ладно, ничего. Ладно, хорошо. Клиент, клиент. Входим. Ну, а где же фраза? Где же фраза? Что мы сегодня играем? Я спросил уже, кого мы играем. Смотри, что взял. Одолжил. Погнали, короче, за мной. Ну, короче, что делаем? Подожди меня. Ну-ка. Сначала сгоняем к барыге. Хорошо. Подожди-ка. Поехали.
Ну, Юля там доберется как-то. Ну, Юля, пусть, ладно. Да без нее можем сегодня, в принципе. А, да, а. Можно. Она, походу, уже опустилась по лестнице. Нашим мужским коллективом. А, да? Мне сразу не понравилось. А... Приветик. Да-да-да, говорю. Ну, короче, ладно, да, да. Куда? К Бориге сначала, да? Да-да, погнали. Ну, погнали. Офига, прикольные лодочки. Ну, давай, куда? Ты догоняешь? А ты где? А, офига, ты быстрый. Ну, ладно, я тебя понял, хорошо. Ну, давай, чё. Здорово, Барыга. Здорово, так. О, он тоже. Вы все на аниме-то подсели, ребят, вы чё? Ну, ладно. Так, ну чё, как договаривались, да? Чё договаривались? Короче, теперь... Мы ограбим сегодня одного очень влиятельного человека, заберем все документы, все важные данные, вот, и это задание нам даст Барыга. Ну, как бы не Барыга сам, а клиент, который через него передает. А, фига, вот. Прикольно. Ну ладно. Опа, смотри, как я умею. Сделал? Чё, как ты тут? Я прокурист. Чё, опа, это? Опа. А. Опа, сейчас. По стенам, смотри, как прыгаю. Блин, это... Тяжело, согласен. Ну ладно, короче, погнали. Вот фига. А. Фига, да, ну ладно. Хорошо. Нормально, нормально. Ну все, тогда погнали. Это что, на воде где-то, я понимаю? Я так просто в телефончик быстренько вел, где-то там что-то... Ну да, это как раз-таки на воде. Короче, ладно. Мы сегодня грабим подводную лабораторию Илона Маска. Чего? Лабораторию Илона Маска? В России? Подводную лабораторию. Ладно. Да, в России. Она именно в России, кстати. Ну поехали. Юля, ты с нами, нет? Да. Ну, видимо, нет. О, рыбка. Офигеть. Видимо, сегодня без Юли. Ну ладно, сейчас. О, а, фига ты скоростная, Юля. А... Давай, я за тобой, короче. Показывай. Так, а мы здесь куда? Проедем. Фига рыбок. Мы же вот это поймаем, помнишь? Парочку. Я помню, до сих пор эти. Она в эту сторону или в другую? Я так и не понял, что-то. Ну, вроде в эту. Ну, да. Поехали, тогда. Сейчас. А, это нельзя так делать. В другую. В другую сторону. А я уже пытался. Да. Ну ладно, погнали. Да, Юля, не торопись, ты так не торопись. Так, ну-ка. Ну, погнали тогда быстренько. Ой. Подводную лабораторию, серьезно, ну, блин. Мне вот даже интересно, что-то может быть в этой подводной лаборатории. Так, я что-то вас опережаю, но я не знаю, куда ехать даже. А там, стоп, а как мы, если она под водой? Типа, может, какое-то снаряжение? А, подожди. Погнали, короче, на сушу быстро. А, ты мне снаряжение все-таки решил дать, да? Ну, так все быть. Да хорошо, спасибо, какой же ты добрый, а. Ну ладно, о, фига. Она просто в тебя так ехала, серьезно. Хорош, Юля, хорош. Так, что там у нас? Ну-ка, что нам пригодится? Давай. Итак, для начала нам нужен костюм. Сейчас, подожди, дай я пока все не нужно уберу, у меня тут так... Ой, вот это я не буду. Так, это сюда, ну чё? Это что? Вот, Юля, тебе для начала. Это что за костюмчик такой? Это костюм для дайвинга. Ну-ка, можно? Я хочу посмотреть, что это такое, в смысле? Для спуска, это для спуска под воду. Фига. Вот, давай тоже. В нем можно 2 минуты держаться. А нам хватит 2 минут-то? Стоп, а нам не нужно ничего оружие или что-нибудь такое? У меня просто только вон... Так, хорошо, давай оружие. Держите вот такой миниганчик. Что? Даже 2 минигана. Чего? Две. Потом. Фига. Держи, короче. А... Вот, вопрос откуда, нормально. Конечно, ну ладно. Не тратьте патроны. Это клиент, все. Все, хорошо. Это клиент, все. Поехали тогда? Я готов. Получается, все. Ну, погнали. Блин, офигеть. Кстати, красиво я выгляжу на самом деле. Ну ладно. Да. Юля, а где твоя... Юля разбила свою. Она поплывет, короче. Она так чисто. Ну давай, Юля, удачи. Как бы сама догонишь, куда плыть? Вот так, дальше. Давай, я за тобой. Сейчас вот сюда поворачивай. Туда, хорошо. Ну-ка, давай. О, фига. Фига кораблик, конечно. Ну ладно. А тут что, рядом... Мы же тут вроде когда-то проплывались, и там где-то лаборатория была? Да, мы тут... Там что это такое? Подожди, я что-то уже нашел. Это вот эта вот фигня? Где? Вот это, я сейчас... Да не вот это вот. А что? Песок обычно. Песок. Песок? А внизу что он? А вот внизу как раз-таки это и есть. Так, ладно, а где вход? Блин, я тут вижу уже непонятно чего. Какая-то... Что это такое? Проверим. Ладно, давай как-нибудь подплывем, подожди. А, вы уже так... Ну ладно, я тут подплыву, я уже прыгаю. О, вот и нашел. Так, я вход а нашел. Тут вход тоже... Блин, ух ты, прикольно. Так. Спускаемся. Так. Давай. Там. Ну-ка, опускайтесь. Опа, нормально. Давайте, вы, короче. Налево. Я не могу опуститься, как где? А как опускаться? Ну-ка. Что-то там не было. А, все, отпустился. Отлично.
Так. А вы кто, грабители? Тихо, давай оглушим его как-нибудь. Это что за... Давайте стреляйте по нему. А, все, красава, красава. Так, давай, быстренько, что у нас тут? Так, ты услышал, возьми. Ты посмотри, там какие-то... Это роботы или что? Блин. Кто первый? Идите первый. А... Там реально роботы. Там куда эти, андроид или как? Я не знаю. Ой, я не знаю, он начнулся или что? Ладно. Короче, погнали. А! Живи. Юля, удачи. Юля, там одна сражается. Я тут напрячусь, мне хорошо. Я пошел. Фига. Вы что? Куда какая-то? Вы уже затопили что-то. Так, что это такое? Рабочая зона номер один. Да что? Тут роботы какие-то. Типа... Тесла, SpaceX, чё? А, чё-то как-то не быстро, ну ладно. Что здесь у нас? А, чё-то их слишком много там. Ладно. Чё, забираем всё или нет? Ой, ты чё-то попортила. Будем собирать, нет? У меня тоже ломика, кстати, нет, на самом деле. Конечно, собирай, был. Видишь, SpaceX всякие, Tesla. Ну вот это, мне кажется... Зачем нам эти вот штучки? А у меня лома, ничего нету, стоп. У меня же был, я помню, целый. Где он? Чё за бред? Потерял его, на. А вот все нашел, не надо. У меня есть уже все. Ну ладно, пусть второй будет. Пусть будет. Ух, капец, быстро по эти двери. Стоп, давай, подожди, давай. Тут комната какая, давай сначала с комнаты начнем. Че у нас здесь? Давай, давай, они пустые все, что-то. А зачем вообще комната, здесь одни роботы? Ладно. Она, походу, была специально оборудована для людей. А, тихо. Роботов внедрили, так. Аккуратно. Ой, ты прям передо мной бегаешь, я тебя сейчас бы завалил. Тихо. Получай. Опа, хорош. Так, ладно, что у нас здесь? Блин, давай, тут слишком... Иди нафиг. Ты где, ты где? Да вдруг я открыл какую-то непонятную комнату. Убил. Так, робота сломал какого-то для персонала, что? Это что? Ой-ой-ой, там охранник какой-то. Девка какая-то. Вы в ту сторону пошли. Ладно. Они все атакуют уже, все. Они нас заметили, короче. Это столовая. Так. Все, короче, я понял, я пошел атаковать просто. Блин, там целая куча их. Ну-ка, сейчас я их всех... Так, получить. Нет! Аккуратно, не попадите по... Тихо! Юля, блин! Ты мне по ноге попала, ты что делаешь? Так, ладно. Все, отлично. Так, это непонятно, мы опять что-то сломали. А, ну нас... Что? Вы налево... Отходите. А, краники! Юля! Так. Так, ладно. Рони, давай поднимайся, я видел, что там... Так. У меня патроны кончились. Так, ребята, помогите, у меня патрон. А, второй есть. Отступаем. Рони, где ты? Ой, так, я в какой-то столовке, походу. Окей, давай. Какой-то. Так, мы сейчас быстро их завалим. Блин, их так много. Давайте. Так, ладно, все. Ага. Побежали, так. Ну-ка. Так, еще одного убрал, так. Так. Ой, охранник, сейчас быстренько, его тоже надо. У меня почти патроны кончились вообще. Так. Все, отлично. Со всеми справился. А, Юля, ты со мной тут? А, давай я отсюда их поубиваю. Аккуратно, не по... А? Все, отлично. Короче, где Рони? Блин. А, чё? Юля. Эти охранники опять возродились. Чего? Короче, там мы не лезем. Так, рабочая зона номер 7. Чего? Ладно. Ну-ка. Так. Все, короче, отлично. Оглушил. Короче, я забираю все, что здесь есть. А чё у них только аймаки? Чё за бред? Ладно. А, ребят, вы где? У меня какие-то роботы напали. Так, я тут целая куча аймаков, ты просто не представляешь. Слышишь, офигеть. Мне Юля спасла. Юля, хорош. Ты просто посмотри, сколько их здесь. Офигеть. Блин, чё за фигня, ну ладно. Давай все забираем. Это не самое ценное. А? Это еще не самое ценное. У меня уже 19 аймаков, ты понимаешь? Стоп, тут еще есть. Тут. Ты еще некоторые не забираешь. Я не могу просто. Тут они что-то пустые, все эти ящики, я уже посмотрел. Что-то они все пустые. Ты посмотри, они опять вот это. Давай как-нибудь аккуратненько. Черт. Да что, они бессмертные такие? Может их не трогать? И давай попробуем, давай попробуем. Ну конечно. Ладно. Где твой второй миниган? У меня второй миниган уже заканчивается, понимаешь? Все, у меня патроны кончились. Так. Руни, в тебя чуть не попал. Так. Хорош. Да, получай. Так, у меня почти оружие кончилось, понимаешь? У меня остался вот последний калаш и все. Короче, ладно, побежали дальше сюда. Что у нас здесь? Так. Опять. Так, что там? Иди сюда. Может, тихонечко пробежим, а?
Ну, удачи, давай, я побежал. Мы сейчас... Все эти... Они бессмертные какие-то, ладно. Но если этих не трогать, они нас не атакуют. Это уже хорошо. А вот эти... Вот эти, которые охраняют, меня атакуют. А ты где? Я вот... Помнишь всех роботов, которые два раза зарядились? Я понял, я понял. Они все на меня побежали, все, я убегаю. Что-то мне не нравится. У меня почти просто кончились патроны. Я не знаю, что делать. Так, ну чё? Мы вроде здесь все так зачистили. Это что за штаны? Ну-ка. Кто же штаны потерял? Такое? Откуда у меня вторая пара? Ладно, я забью, я не понял, откуда. Что это за Чего? Там что-то ходячая какая-то фигня бегает. А где она? Уже бредить начали, мне походу. Кажется. Блин, под водой находимся. Да блин, мне тут... Рони, у тебя оружие есть? Подожди, не подходи. Все, давай, короче, хвалим уже, есть. Пофиг. Можешь мне, пожалуйста, есть. Там что-нибудь еще подскинуть? Просто или патроны, что-нибудь такое просто у меня... Я тебе скинул. Спасибо. Вот это, короче, я выкидываю, потому что оно уже нафиг мне не надо. А вот это я возьму, все, Так. Я тоже... Все, я готов. Я вроде выкинул. Забираю все вот эти... Я сейчас думаю, да, заберу все. Так, да я все ненужное выкину. Вот это вот так. Кстати, по некоторым данным, тут должен быть сам Илон Маск. Да? Может, фоточку сделаем? Да. Я фоточку хочу с ним сделать. А, тварь. Давай, убивай их, пофиг. Сам справишься, они легенькие. Я не понимаю, почему эти, конечно, которые за компами стояли, у руки как-то странно держат. Ну ладно. Так, погнали. Да. Все забрали. Никак. Сколько у меня? 29 просто аймаков. Давайте через окна стрелять. Хотя бы нам не будет. Отлично. Ай, ладно, я как умный человек вот так пойду. А почему? Уже у некоторых вы сломали компы, что ли? Ну ладно. Короче, вот это забираю. Так, это тоже заберу. Конечно. Юля красава, просто красава. Всех решает. Ну ладно. Так, вот красава. Это мне нравится. Почему-то один остался. Воскресается, не? А? Воскресается, не? Пофиг. Чё? Откуда их столько, вы чё? А! Не стреляйте меня. Я вот тут стреляю. Я сейчас... Вы чё? Помогите кто-нибудь, убейте её. Вы чё? Помогите. Оп. Сейчас, помогай. Так. Все отлично. Я почти всех оглушил. Давай. Опять еще один закончился, да вы серьезно что ли? Все отлично. Блин, прикольное оружие на самом деле. Почему мы раньше их не использовали, а? Ну ладно, прикольно. Так, тут что это у нас? Это новое, это же бизнесмен подогнал. Вы чего там? Ты че? Там тебя какая-то вот эта девка бьет. Ой. Короче, ладно, давай дальше компы пока забираемся. Так, это... Блин, за сколько мы их можем продать просто, офигеть. Ну да ладно. Все просто... Главное, сколько нам заплатят за это задание. Кстати, да. Что это за хрень ходячая? Ты что такое? Тут какой-то робот просто невидимка что-то. Ну ладно. Погнали дальше. Короче, ладно, я буду оглушать, они слабаки какие-то все. Получай. Я ломом буду уже сражаться. Много просто. Просто да пофиг. А, нет. Давайте дальше забираем все. Так, ой. Ой, я уже впустую начал патроны тратить, не очень хорошо. Так, здесь я все забрал. Блин, ты посмотри просто, сколько здесь их. Да, зачем вы их запускаете сюда? Я Рони, в счет тебя не попал. Помогите, пожалуйста. Пустите. У меня просто уже все, я по нулям просто все, помогите. Пустите. Понимаешь, у меня просто сейчас надо отрегениться как-нибудь. Мне столько сейчас патронов от вас прилетело. Получай. Там был Маск. Я телефон готовлю. Маску одевай. Мы что-то без масок бегаем. У меня нет маски, я потерял. Я Соника одену, мне пофиг. Так, и может тебе должу, если у меня есть. На мою. На Куалу. Юля, у тебя-то есть? Ну, короче, ладно, сейчас я оглушу вот этого. Я вижу, тут стоит это. Хопа. Чего? Мы Юлю потеряли, походу. Я Юлю не вижу. Ладно, пофиг, ничего страшного. Давай вот это. Я пока компы здесь себе соберу. Так. На меня Илон Маск идет. Подожди, не атакуй Илона Маска. Дай фоточку сделаю. Че там у тебя? Ты где? Тебя оглушили, что ли, там? Да, Майк, больно. Ладно, я тебя жду. Давай. Сейчас все сделаем. Так. Сейчас я этого... Илон Маск, можно фоточку? Ты чё атакуешь-то меня? Отстань! Ладно, прости, я тебя оглушу. Прости, Илон Маск. Без фоточки, значит. Все, я его оглушил. О, Сафь. Так, что у нас? У него тоже комп. Сейф какой-то. Дай-ка я сейчас пытаюсь его открыть. $1000. Погодь, сейчас я этот сейф открою. Так. О, офигеть. Я уже денег нашел неплохо. Я какие-то документы нашел. Слышишь, какие-то документики нашел. Секретные разработки SpaceX. И флешка секретной разработки SpaceX. Это нам надо. Серьезно? Ой, там что это такое? Еще какая-то. Ну-ка, дай-ка я сейчас уничтожу. Опа, все.
Ну, по идее, мы все сделали. Может, тогда уходить отсюда будем потихонечку? Ну-ка. Я думаю, да. Ну все, давай уходить. Так, погнали. Главное сейчас... А теперь как выбираться отсюда? Хм. Ты что делаешь? Может, вот так тогда? Слышишь, вот так, раз, уходим. Все. Я тоже думаю, домой. Все, уходим. У меня скафандр сломался. Что у тебя сломался? Скафандр. Окей, пофиг. Так, я уже... Что-то он как-то... У меня тоже, блин, у меня остался только кислородный баллон. Ладно, ничего страшного. А у нас с тобой... А где вторая лодка? А, вон моя лодка. Сейчас, можно я Я доплыву... Сейчас. Ну, можешь как-нибудь подвести? Пожалуйста. Так, у меня штаны какие-то были. Гений. Я тоже сейчас понял это, да. Ладно, сейчас я доплыву, подожди. Давай, если буду из себя стрелять, ты должен... Ты чё? Ты такой посмей. А, у меня патрона нету. Ну я ладно, пока на рыбок полюбуюсь. Какие красивые. Ты по рыбке чуть не попал, ты что делаешь? Не стреляй! Ты понимаешь, патроны, вот эта пуля вокруг меня летает. Мне страшно просто, жесть. Блин, ты что делаешь? Короче, ладно, куда выезжаем? А, подожди, мы все ограбили-то? Дай посмотрим хотя бы, примерно. Так-то да. Так, тут комнаты какие-то. Там, это компы или мне кажется? А, нет, не компы. Ну, мы вроде все забрали, да. Так смотрю, вроде ничего больше нету. А, вот там один робот остался, но пофиг на него. Все, уходим отсюда. Главное, флешку забрали. Да, флешку, документы все забрали, так что давай уходить отсюда. Так. Кстати, я вообще топливо не потратил, уже неплохо. Мы Юлю, конечно, потеряли, ну ладно, ничего страшного. Туда плывешь-то? Подумаешь, да. Так здесь можно выйти, давай тут выйти. Я вот эту лодочку не брошу, она мне нравится. Это да, тоже верно. Ну короче, ладно, давай, погнали, мы как-то оттуда приплыли, как я помню. Ну вроде, да-да-да, все правильно, я правильно плыву, наверное. Это что такое? Что там? Я не знаю, что это. Я хочу посмотреть, что это. А что это? Блин, я не понял, что это, но здесь ничего нету, ладно. Но это прикольно. Может здесь что-то использовать его как-то? Может, тоже какую-нибудь базу сделаю для наших лодочек. Тут, посмотри, да, прям гаражик только можно сделать. Прям реально. Прям еще надо главное запомнить, где это находится в следующий раз. И сделать что-нибудь. Так, блин, яхт сколько, офигеть. Может, одну обворовать как-нибудь? Ну ладно. Или купить. Да ну нафиг покупать, ты чё? Лучше воровать, ты чё? Зачем нам покупать? Ну да, это верно. Тем более, зачем нам яхта, ну именно купленная? На нее документики нужны, а тут своруем, да и пофиг. А, стоп. Куда дальше плыть-то? Сюда? Или сюда? Да, сюда. Ладно. По-моему, наверное. Я сам уже не помню, куда плыть. Ну да ладно. Ну давай, я за тобой, короче, плыву, ты там все по карте смотри. Мне кажется, мы к старой базе плывем. Мы реально к старой базе приплыли. Ну от нее можно выйти, старый. А, ну кстати, да, там же есть этот проходик. Ну ладно, погнали. О, смотри, автосалон какой-то. Где автосалон? Да, вот там. А, да, вижу. Стоп, ладно, дай я карту открою сам. Подожди, дай я Google карты открою. Так. Я запутался. Я понял, что мы уже проплыли. Поехали за мной, я уже нашел. Мы немножечко так проехали. Дай я на карту посмотрю. Да, все, мы правильно, пусть за мной просто. Мы проехали спокойно. Вот здесь где-то было. Сколько этих аймаков? Или как там они? Аймаки, да, у меня их сколько? А сколько их у меня? А где они вообще? А я их потерял. А, вот, 58 штук. У меня 22. Вот здесь. Да ладно. Вот это вот, вот основочка-то. Что-то мы как-то проплыли так незаметно. Ну ладно. А, ну у меня остался, кстати, полный кислородный баллон. Это как? Ну ладно, на, забирай свои кислород. Верни маску только. Масочку. Подожди, что там, что-то, посмотри на дне что-то. Что? Еще. Ах ты ж, ах ты ж. Ладно, заскамил, хорошо. Иди отсюда. Да иди ты. Я сейчас возьму вот это. И в личико раз. Ладно, все. Ты что делаешь? Больно же? Ладно. Ладно, все, я пошел. Да ты гений. Давай. Так. Нет, Нина. Уродец какой, а. Ладно, я документики не отдам, все. Все. Да все, ладно. Да хватит, бесишь. Давай. А у меня... А! Я сейчас тебе вот это... Все, короче, ладно, погнали к барыге. Ладно. Или стоп. Ладно, так все будет. Нет, убери свою вот эту пукалку. А барыга-то там есть? Еще раз повтори. Что там говорю? Че ты тут мне... Короче, наглеешь сильно. Так, ладно, погнали. А да я оружие-то спрячу. И маску не забудь вернуть. Каменщик, здорово. А че, где барыга?
Я ничего не знаю, я ничего не видел, это не я. Ну-ка, давай тихонечко вот так. Мы же миллионеры. Ай, пофиг, заберем все, что... Кнопочка, ну кнопочку тоже заберу. Пока его нету, забираем. Он же говорил вчера, что столов не было. Обманщик, а? Он говорил, типа, что столов не было, вон 11 штук лежит. Вор, вообще крыса. Он нам дал меньше денег из-за того, что столов, типа, не было. Я его понял, хорошо. Ребят, вы ничего не видели, давайте вам договоримся, вон, получайте по 1000 долларов. Ты что делаешь-то? Юля, привет. Тут, короче, вот эти... Вот эти уродцы твою батю грабят, как я вижу. Вы что делаете? Я так... Я камщика такой... Ну-ка. Все, его... Ребят, аккуратнее, больше не трогайте. Все, уходим. Верните все, что было. Вы что, разнесли всю базу? Ронни, верни все, как было. На, сам пофиг, верни, да вы гений. Ах, вы гений. Ах, вы уродцы, ладно. Так ты еще не все блоки отдал? Уродец. Ну ладно, пусть так будет. Порешай как-нибудь там. Я уже починил все, я же гений, да, все дела. А мы, кстати, барыги-то не отдали эти документы, ничего. Ладно, ждем. Ты не знаю. Юля, где твой батя? Куда он свалил? Ну-ка. Маску верни. Я не знаю. Маску. Масочку. Я сейчас вот это. По ножкам раз-раз. Тихо-тихо-тихо, ты что делаешь? Юля, блин, или кто это стрелял? Ты не... Это не я, ни в коем случае, ни при каком... Да? Разрезе. Он занят. Все, не надо. Больно и так. Ладно. Все, уходим, короче, ладно, погнали. Я скрофлю. Короче, ладно, я пока у себя это оставлю, завтра все отдадим. Принц. А вот мне интересно, сколько мне нам заплатят реально за это? Мы как бы все жизнями рисковали. Ну... Там роботы какие-то странные были. А мне уже сказали примерно. Такие цифры, наверное, не знаешь. Да ну. О, спасибо. Я уехал пока, короче. Удачи, пока, Ронечка. Так, ладно. Все, я поднялся. Так. И у меня какие-то уже галлюцинации. Ну да ладно. Ронь тут. Спар, так. Ты как ты? О, маску верни. Здорово. Маску. Верни. Ладно. А ты бесишь уже? Давай. Все, отлично. Блин, вот у меня зимний-ган уже пустой. Куда-нибудь выкинуть что надо? Вот, пока сюда выкину. Так, все, отлично. Ладно. О, нормально так выкину. Что? Что такое? Что? Я не вижу ничего. Тихо. Быстрее. Бегу. Помоги. Быстрее. Не поймали. Все, я бегу. Да подожди. Все, отлично. Блин, чё, не кинули? Ладно, побежали. Блин, чё за хрень? Ладно. Блин, тут лестница была. Лестница? Спускай. Получай. Иди сюда. Уходим. Там мост, погнали на мост, короче, быстро, всё. Мы на мост. Они стреляют, всё. Тихо, уворачивайся. Короче, я уворачиваюсь, но они вроде косые какие-то, вообще стрелять не умеют. Это ФСБ. Тихо. Блин, они попали в меня, нога болит теперь. Короче, блин, я наверх полез. Погнали наверх, короче, как-нибудь там залезем. Да, наверх, быстро, наверх. А если там можно вообще залезть-то? Вроде можно. Так, опа. Машина. Это они. Так, ладно. Ронь, там где? Быстрее поднимайся. Ладно, я поднимаюсь, хорошо. Блин, чё за фигня? Откуда? Стоять, иди ты нафиг, какой стоять, не буду я стоять. Блин, чё за бред? Так, ладно, оружие у меня есть, так. Как сюда подниматься? Как дальше-то? Трогать. Так, ладно. Как-нибудь. Чё? Я не знаю, как же здесь подниматься. Чё за бред? Как-нибудь вот так. Опа, я не могу. Хоп. Опа, поднялся. Так. Так, что у нас здесь? Блин, где Ронни? Чё? Уважаю. Юля, ты? Ты чё? В смысле? В смысле, извини, убери пистолет, пожалуйста. В смысле? Ронни, ты там что ли? Красава. Блин. Ронни, ты хоть что-нибудь скажи. Тут Юля просто нас предала, что за бред? Короче, ладно, прощай. Уходим как-нибудь. Там машина внизу, что делать? Ванечка, прощай. Ты чё? Да я шучу. В смысле? Я шучу. Я думал, ты тоже меня предал, блин. Да. А как да уходить нет, теперь? Нет. А как она, уходить? Она, походу, предательница, слушай. Да я понял. Если бы меня не было, ты бы просто сейчас в тени. Да, ну блин, ствол подготовила, серьезно. Это было вам на благо. Уходим. Как так? Все, блин, уходим. Короче. Прощай, Юля, да. Смотри, они теперь знают нашу квартиру, но они в принципе ничего не... Юля же знает про нашу базу и про проход. Ладно. Что нам теперь делать? Придется, видимо, ее убить. Погнали, убей ее просто. Блин, главное, чтобы она нигде никому не рассказала про то, что у нас там база, все дела. Нам бы в принципе базу не хочется бросать, она такая офигенная.
Павел, что за бред? Как Юля могла нас предать? Что такое? Ладно. Ты там с ней как-нибудь... Что-нибудь с ней сделай, короче. Уходим где, просто. Куда она делась? А вот, вот вижу. Где? А, скинь так, ее, короче, с моста. Юля. Просто скидывай с моста ее, пофиг, пусть разбивается. Подожди, все. Не тяни ты так. Юля, прости, ты слишком много знаешь. Прости. Давай, скидывай. Я хочу даже на это посмотреть. Ну-ка. Прощай. Все. Что-то она как-то не упала особо. Отлично, хорош, все отлично. Короче, ладно. Черт. Я предлагаю возвращаться в базу. Теперь будем квартиру. Просто надо быстренько все вещи оттуда, может, как-нибудь забрать. Хотя там по-любому сейчас... Сейчас по-любому там менты. По-любому ФСБшников дофига. Короче, может, попробуем к старой базе нашей вернуться, ну и будем оттуда тогда переходить. Ну, здесь проход точно, давай быстрее. Все, побежали, короче. Чего за фигня, как так-то? Я знал изначально, что Юле, конечно, особо доверять нельзя, но... Ладно. Да, мне как-то странно показалось. Давай, короче, как-нибудь... Так, карту сейчас быстренько откроем. Так. А где? А, нам далеко очень бежать, да вообще в ту сторону как-то. Короче, давай как-нибудь через парк пробежим, чтобы если что, менты нас не заметили. Бежали отсюда. Блин, что за фигня на самом деле? Ну ладно. А, чё? Ты посмотри, они по нам стреляют уже. Уходим. Так, тихо, Ванчик, держи пистолет. Ты посмотри, сколько их. Чё делать? Короче, просто давай их, не убиваем их, просто оглушаем. У меня в этом вот этом автомате стоит резиновые пули, в принципе, им особо ничего не будет. Будет! А! Помогите. Безбэш. Так, понимаешь, там сзади. Тихо, я убегаю. Блин, страшно на самом деле. Так, я перелезу. Все, я убегаю. Ой, это уже. Все, уходим. Давай отсюда как-нибудь. Я уже не помню, где у меня карта просто. У меня интернет здесь даже не ловит. Так. Ой, это Dream Team. Dream Team? Погнали. Че? Они там стреляют с базуки. Короче, я потерялся, сейчас дай карту врублю. Нам сюда. Я с тобой бегу. Нам переплыть сейчас придется, получается, да? Если не ошибаюсь. Сейчас. Да-да-да. Или... Да-да-да. Переплыть. Ну ладно, как-нибудь сейчас переплывем. А там нет. Вроде даже подъемчик есть или... Ну сейчас узнаем. Да, нам переплыть придется. Ну переплывем сейчас как-нибудь. Блин, что за... Они сзади. Что делать? У меня даже минигана нету. У меня только пистолет остался. Так у меня есть, конечно, калаш, но, блин, я не знаю. Они попали, ай, в руку попали. Короче. Черт. Короче, давай сейчас, я не знаю, что делать. Стоять, буду последнее предупреждение. Черт, надо их как-то оглушить, они же спалят базу. Сейчас. Беги. Я в него вроде попадаю. У него бронежилет. Я туплю вообще, что у него бронежилет. Короче, давай через квартиру быстренько. В квартиру забегай там как-нибудь. А, это же не... Это не тот дом, короче. Давай во дворах спрячемся, иди сюда. Давай быстрей за мной, Рони, быстрей. Я бегу. Давай, тут... Слышишь? За мной. Я тут, кажется... Опа. Что это мне напоминает? Они стреляют. Там машина какая-то, конечно, можно было взять, но ладно. Блин, что за бред? Ой, черт. По ноге попали, черт. Давай быстрей. Слезай сюда. Не заметь нас. Слезай сюда. Все, тихо. Они нас не видят, все, они, по идее, должны нас были потерять. Тихо. Здесь никого не было. Они здесь не прибегут. Квартира вроде, конечно, обустроена, но ладно. Они нас не видят. Все, тихо. Вроде уходят, тихо. О, блин! Не уходят. Я его не заметил. Уходим. Как уйти? Все, уходим отсюда как-нибудь. Что делать? Так, быстрее. Я не знаю, как отсюда убегать. Как здесь, что? Так. Сюда, быстрее. Со мной. Обманули, все, уходим. Ой, больно, черт. Сейчас я его глушу. Получай. Фига, нет, он меня сейчас убьет. Черт, ФСБшники. Так, все, я не знаю, что делать. Не гонится. Сейчас, у меня все, у меня оружие. У меня просто уже нет оружия вообще, считай. Так, выращиваемся. Как здесь идти? Я не знаю, что делать. Блин, их, конечно, двое всего осталось, но они очень какие-то жесткие прям. Так, короче, сейчас я сделаю немножко по-иному. Так. Ты где? Я убегаю, я пока спрятался. Короче, встретимся где-нибудь у базы, я от них убежал. Давай как-нибудь у базы встретимся, все. Ты тоже пытайся от них оторваться. Тихо. Меня не видит вроде. Тихо, он пробегает. Здесь не заметит. Все, я... Тихо. На второй. А, блин, меня заметили. Они меня окружают. Подожди, Рони. Все, убегай, беги на базу, я сам как-нибудь справлюсь, давай. Так, ладно, теперь надо подумать, как от них спрятаться. Так, сейчас попытаемся убить одного, так. Получай. Промазал. Так, хорошо.
Я нахожусь у какого-то Белого дома. По-моему, дома я выел. Да ё-моё, он меня... Как он меня находит просто? Что? Все. А. Это дом Евы Элф? Мы так далеко, что и убежали от нашего дома? Может, там спрячемся? Я тут, кстати, у него. Я у него-то где? Я тут вон за тебя бегаю, ты чё? Вон, я в кустах. Все, я, короче, сейчас его убью. Все, отлично, я убью. Оглушил. Не убил, оглушил. Короче, все, уходим. У меня патроны закончились. Так, у меня есть калаш еще один целый. Я как раз им буду сейчас пока сражаться. Все. Блин, ну короче, я вроде отстал от них. Забей, короче, я ухожу. Давай встретимся точно в базе теперь. Я просто тебя уже потерял. Так, нам мне куда-то сюда надо бежать. Главное сейчас на них не наткнуться. А, Рони, я тебя там вижу. Беги от него, он же тебя там поймет. Ладно. Так, и все. Он что-то замолк. Так. Все? Все, быстро. Беги. Быстро сейчас в базу бежим, там спрячемся. Все. Блин, как это будет тяжело. Ладно, надеюсь, они нас не заметят. Все, уходим, просто уходим. Так, я опять не на той стороне. А, все, тут лестница есть. Так, все. Так, отлично. Все, я... Рони, короче, я уже все, спрятался. Ты давай прибегай в базе, я тебя жду там. Блин, как ты... Все, только не спали базу, пожалуйста. Не спали базу. Я в нашей квартире выбежал, черт. Ты к старой квартире бежишь, которая у нас вот эта? Где новая база? Или что? А, не, все, верно, иду. Отлично, давай. Тут, короче, я уже нахожусь в базе, буду тут прятаться. Я, наверное, в новую базу уже побегу через тот проходик, который сделал строитель. Так, это что? А, я вижу, так. Ты где? В нашей старой базе бежишь, что ли? Все, просто закрывай дверь, они нас уже точно не найдут, как-нибудь запрячь там. Блин, как это опасно, на самом деле. Ладно. Ты где? Я в базе, вот тут сижу, вот я. О, здорово. Все, отлично. Все. Короче. Так, что нам делать теперь? Шкаф какой-нибудь возьмем. Шкаф? Грузит. Короче, вот эту базу надо как-то все равно замаскировать здесь, чтобы... Да по-любому у нас... Где здесь первое время быть? Нам бы где-нибудь спрятаться, на самом деле. Может, с Бергой как-нибудь договориться, там где-нибудь у него пересидеть, на всякий случай. Ну, ты издеваешься? Хотя Барыга, да, если Юля, то и Барыга может быть. Ну, я... Блин, что-то тут мне... Короче, я вообще не знаю, что нам делать. Давай вернемся пока в новую базу. Старую, пока вот здесь как-нибудь вот так отлично закроем. Побежали. Ну, если что, у нас всегда есть план наступления. Всегда у нас план наступления здесь есть. Давай пока... Я все блоки строителю обратно отдал, которые стены здесь закрывали. Ну, ладно. Ты где, Рони? Иди сюда. Все, погнали пока вот сюда. Нужно вход заблокировать. Так вот, я говорю, давайте здесь... А, ты здесь вообще хочешь заблокировать? Ладно. Все, пока... Все, пусть пока так. Все, пока. Пока что так. Уходим. Сюда иди. Вот. Так, вот здесь типа фейковый вот так откроем как-нибудь. Да, пусть вот так. Здесь пройдем. Типа там взорвали все дела. Закрывай. Все, отлично. Ну здесь, в принципе, если до конца ремонтик доделать, то здесь можно, конечно, пересидеть будет на самом деле. Но нам бы теперь в другой город вообще переезжать. Так что давай. Слышишь? Да, блин, что-то... Короче, уходим, быстро уходим. Подожди, стой. Парень, низко задом. Что? Язычок был. Черт. Скидывай язычок быстро. Стоп. Ладно. Так, можешь как-нибудь там сломать все дела. Быстрее, у меня нет. У меня нет жучков. Так, ты вроде чистый. Так, ты-то чистый, так, ладно. Все. Здесь сигнал. Все, отлично, короче, уходим. Все. Блин, я надеюсь, они не успели понять, где мы находимся. Нам, конечно, сейчас бежать, это же жесть. Ну ладно. Ну, у нас осталось, конечно, очень много всего. Денежки у нас есть. Так что мы спокойно можем... Нам нужно обязательно где-нибудь купить фейковые документы, все дела. На. Слушай, нам надо уезжать, мне кажется, в Америку. Так я согласен, но как-то надо выбираться из города. Ну, теперь мы как бы в розыске. Теперь, это вообще жесть. Это просто... Это вообще что за люди там? Короче, Илон Маск? Слышь, я думаю, понятно. Я, наверное, перекрашусь, может, поможет мне это. В принципе, смотри, наверное, в черный цвет покрашусь. У меня, в принципе, есть черная красочка. Слушай, мы вот купили вот такие вот маски, знаешь? Ну? Может, купить маски какие-нибудь, типа, человеческие такие, вот, знаешь? Кстати, тоже можно. Ну, ладно, давай пока так закроем. Ой, то есть зачем дверь-то? Ну ладно. Главное, чтобы эту базу просто не спалили. Вот эту базу самое главное, чтобы не спалили. Мы сейчас столько бабла втюхали. Если я сейчас... Тихо. Я пока лифт вызову. Ну-ка. Но а лифт едет или нет? Нас, а, вот. А что-то он не едет. Потому что интернет ты вызвал, боже. Ну все, погнали тогда на основную базу. Давай вот здесь пока посетим. Теперь надо здесь пока пересидеть как-нибудь. Ну тут, в принципе, можно. Да. Но если что, надо будет как-то все равно сделать какой-нибудь вход, как мы отсюда свалим. А золото тоже все забери. На всякий случай, вдруг нас спалят.
Чтобы у нас всегда хотя бы были денежки, все дела. Я подумал, может дать им взятку, но это ФСБ. Блин, ну так-то они по идее возьмут, можешь попробовать. Давай попробуем. Знаю. Если понимаешь, попробуем. Мне кажется, если попробуем, они нас просто повяжут, и все. Не думай. Если что, давай так, смотри. Попытаемся, короче, кто-то дает взятку, а кто-то сзади тихонечко в крысу стоит просто с автоматом. Если они не берут, просто в голову и все. Согласен? Блин, ты думаешь, ФСБ такие тупые? Да вдруг. Я не знаю. Как-нибудь, да попробуем. Я так думаю, блин. Попробую. Если не получится, значит нам ГГ. Легче так сказать. Значит нам ГГ. Так нам же надо как-то свалить с города, по-любому. Нам нужно где-то уехать, сейчас вообще как-то переночевать вообще для начала. Вот эти... И тогда утром уже сваливать. Просто сейчас там по-любому целый просто у выхода в город, откуда выезжать. Да-да-да, вот, хрена вот это все полиция. Полностью закрыто. Это все закрыто, так мы что... никак не идем. Нам либо как-то под землей надо уходить, я либо... Я еще через... без маски был. Так я знаю, что без маски был. Так я предлагаю... Ты меня забрал. Блин, конечно, да. Поэтому я предлагаю, что я перекрашусь. Я, наверное, в черный реально перекрашусь. Вот, короче, вот знаешь, вот если ты так думаешь, что типа это. Ну вдруг. Тебя не узнают. Ну вдруг. Меня могут поймать, меня могут пытать, и я тебя в итоге спалю. Без обид. Вот, ну, это. Сейчас. Ладно. Короче, давай как-то. Ты жизнь спас, не забывай. А хорошо. Короче, где-нибудь надо так переночевать, чтобы нас точно где-нибудь мы могли спокойно оттуда убежать. Ну, типа, вот так лечь, чтобы спокойно можно, если сюда кто-нибудь проникнет, спокойно бежать. Мне кажется, вот было бы удобно переместить, вот знаешь, на вот этот 14-й, там, у этого выхода, помнишь? А, ну давай туда перейдем тогда пока что. У меня есть... Я все забрал... Ну ладно. Короче, на полу переночую, мне пофиг. Я вот здесь где-нибудь. Давай вот здесь останемся. А где выход? А, я слепой просто. Здесь. Я понял тебя. Ну, точнее, да. Себя. А у меня точно ничего нету? Блин, у меня реально вообще нету ничего. Ну-ка, может, черт, есть все-таки какой-нибудь диванчик? Что делать? Нету вообще никаких. Квартиру сейчас не вариант идти, там дофига этих. 100%. Короче. Сейчас придумаем что-нибудь. Стоп, погнали сейчас, ладно, обратно наверх поднимемся. Там вроде что-то было. Ну я поднимусь, погнали, ты пока погнали. Там стой. Я сейчас осмотрю, что там есть. Ну давай вот этот диванчик заберем, в принципе, пофиг. Что у нас здесь еще есть? Тут есть, где можно, в принципе, переночевать. Это более-менее подойдет, мягонько, нормально. Спать можно. Так, все. Отлично, я все забираю. Спалили. Так, я к тебе-то где-то... Стоп, ладно. А ты где? А вот, я у лифта уже нахожусь. Я опускаюсь пока вниз, там, догоняй меня. Блин. Короче. Да, я уже тут убежал. Я только вышел. Ну, я только убежал. Так, вот здесь, мне да? Кажется, слушай, в этот комнате, подожди, прочекать, чтобы там никого не было. Ну-ка. Вроде там никого нет. Блин, на самом деле очень страшно сейчас мне. Что сделать-то? Может закрыть как-нибудь равно этот вход, просто если они там побегут, опасно будет. Короче, сейчас. Давай аккуратненько, я с оружием пробегусь, просто просмотрю на всякий случай. Так, ну вроде. Вроде пусто, короче. Ты что делаешь? Стой. Меня не закрой. А, я фейковый слой делаю. Все отлично. Этого пока, наверное, хватит. Двойной, думаю, сделал. Так, отлично. Отлично, все. Теперь они... Иди отсюда. Ну-ка, ты что, Петю обижаешь? Все. Это вообще не Петя, это этот. Федя. А, Федя? Не знаю, ты не шаришь. Федя, тут Аркадий, всех, короче, я понял. Короче, закрой как-нибудь еще что-нибудь. У меня вообще больше ничего нет. Ну ладно, короче, пофиг. Давай я сейчас сюда все накидаю. Вот так. На, это... ты еще и так решил закрыть? Ну, короче, да, дай я вот так пока. Делать. Стоп, у меня тут диванчик был нормальный, вот он. На, вот. Ой. Вот это, короче, тебе забирай. О. Стоп, что? Умеешь. Это ты стреляешь или... Мне сейчас послышалось, или кто-то стрелял? Я очень надеюсь, тебе послышалось. Мне что? Очень сильно... Я надеюсь, что мне реально послышалось, что кто-то сейчас стрелял. Ладно, я надеюсь, что все-таки послышалось. Давай как-нибудь все-таки закроемся. Короче, давай так. Все, давай так. Сюда иди. Вот здесь просто закопаемся и закроем здесь. Все, нас точно уже не найдут. Ну, скорее всего. Тут думаешь... Да-да-да, так просто закрыться и все. Ну или вот так можем оставить. Как думаешь, здесь или в этой комнатке останемся, или откопаем? Что именно откопаем, я не ну, понимаю. Ну типа просто спрячемся вот так под землей и закроем за собой блоки вот так. Вот так типа. Типа если нас спалят, или вообще? Ну вообще желательно сейчас можно. Ну или, кстати, если даже спалят, просто так спрятаться, пока они будут искать. Туда уйдут, а мы вот так убежим. Если мы услышим туда, то мне кажется... Да, тогда будет. Хорошо, давай так. Ага, ну пусть так, короче, все, вот я вот так сплю, ты тут. Все. Да, хорошо. Я имею в виду, что я тут сплю, а ты там.
Не, давай тут. Ну ладно. Как знаешь, короче, нам нужно здесь переночевать, и завтра тогда надо как-то уже выдвигаться из города. Ты даже кушать хочешь. Ты хочешь кушать? А у меня вроде больше. Петя, слушай. Ты чё? Подожди. А, нет, это Миша вообще. На, печь не трогай. Это Миша. Мишу не трогай. Совсем борзел. Так, ну ладно. Что я нашел? Что ты нашел? Телек. А у меня вроде тоже был, кстати. А, нет, у меня уже нету. Ну ладно. А у меня камера, кстати, была. Можно было там установить и, в принципе, к айфону подключить и смотреть, что там кто-то идет или нет. Блин, ну ладно, пофиг. Вот так можно. Короче. Вот так можно сделать. Короче, ладно, я спать-то я пошел. Давай кто-то будет караулить, короче, первое время. Один караулит, другой спит. На шухере стоять. Да-да-да. Давай, хорошо. Все, давай, ты первый, короче, я тогда пошел спать. Давай, если что, разбудишь. Все, я спать. Давай. А кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый, кто напишет, получит меня сердечко.